Добрый день! Начинаем государственный экзамен дирижирования концертной программы и работа с хором студентов 5 курса. Специальности художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором. Специализация художественное руководство академическим хором. Состав государственной экзаменационной комиссии. Председатель. Профессор кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, профессор Станислав Семенович Калинин. Члены комиссии. Заведующий кафедрой дирижирования академическим хором Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова, кандидат искусствоведения, профессор Наталья Владимировна Кашкарева. Профессор кафедры дирижирования академическим хором, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Ольга Семеновна Карасева. Проректор по учебной работе Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова, доцент Владимир Николаевич Науменко. Преподаватель отделения дирижирования академическим хором Инна Александровна Никольская. Убедительная просьба на время проведения государственного экзамена отключить средства мобильной связи, а также соблюдать масочный режим. Спасибо. На сцене хор студентов Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова. Художественный руководитель, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, старший преподаватель Владимир Владимирович Красов. Партия фортепиано, лауреат международных конкурсов, Ирина Немировская. Павел Крылов. Слова Константина Гребенского. Зорька. Дирижер Наталья Горшкова. Класс доцента, профессора кафедры дирижирования академическим хором Владимира Николаевича Науменко. Thank you.
Мы зовем.
Oh,
Дирижер Екатерина Могилевкина, глав заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Ольги Семеновны Карасевой.
Thank you.
Спасибо.
знаете, я безмерно счастлив, что я не первый год, и каждый год я становлюсь с годами моложе, потому что я всегда вот весной, началом лета, я всегда встречаюсь с замечательными студентами вашего замечательного учебного заведения. И я счастлив, то, что сегодня я присутствую при рождении новых выпускников, замечательных специалистов. Потому что это школа. Школа – это не только там, где вы когда-то учились в разных классах, с первым классом, 9, 10, 11. А школа – это то, что у вас в руках, что передано вашими замечательными учителями. Помните об этом, потому что это святое дело всегда помнить своих учителей, низко им поклониться, потому что они являются для вас великий пример служения. Служение профессии, служение этому замечательному и многотруднейшему хоровому делу и хоровому искусству. Дело не всегда может быть искусством. Но здесь слияние и дела, и этой школы, потому что, наверное, реакция замечательного зала говорит о многом. Иногда бывает, иногда успех, ну, знаете, натянутый, а бывает искренне. Где сердце открывается. Это замечательно, потому что хор великолепно, как сказать, есть слово, вышкален, но он не вышкален, он выработан. У вас замечательная вокальная школа. Вот, несмотря на то, что сложный репертуар поете, очень сложный, разнообразный. И везде здесь чувствуется особая стилистика, подход звучания, акапельного звука, звука сопровождения. И в этой связи я скажу, для вас ведь примеры и ваших учителей, и, наверное, руководителя хора, который скрывается где-то, я не знаю, где он скрывается. А давайте его вызовем, а? Конечно, вот помощь ваша, понимаете? Это ваш инструмент.
который отлажен, хорошо выстроен. Вон какие красавцы стоят мужчины. Поэтому я хочу пожелать всем и вам в дальнейшем учиться, и иногда, если я еще не надоем, еще приду обязательно. У нас одна школа. Школа кафедры хорового дирижирования Московской консерватории и выдающейся Российской академии музыки. Вот. Здесь прекрасные педагоги. Действительно, честь учиться у таких замечательных учителей, потому что действительно вы можете потом своим детям и учителям, и ученикам передать, что я учился там-то, там-то. Я учился в великолепном учебном заведении имени Михаила Михайловича Ипполитова Иванова. Это святейший человек, который тоже свою жизнь положил на служение Отечеству, музыке российской. Дай Бог вам счастья, здоровья, удачи! Александр Александрович. Вахтин Илья Сергеевич.
Петр Юрьевич. Старцев Владимир Владимирович. Терентьев Сергей Сергеевич. Герулин Руслан Рафаилович. Горячо поблагодарить всех наших преподавателей. И
дорогих учителей по специальным дисциплинам, и по музыкально-теоретическим дисциплинам, и по общим гуманитарным дисциплинам. Ведь становление музыканта-дирижера – это очень трудный процесс, он включает в себя все обучение по всем предметам. Это должен быть разносторонний человек, который держит в руках целый хор. Спасибо вам большое, наши дорогие преподаватели. Дорогой зрительный зал, мы рады всех видеть, потому что прошлый год не принес нам этой радости государственного экзамена, мы были в телевизоре, но в этом году мы вместе, и комиссия уже посовещалась и готова огласить впервые, наверное, за историю института, прямо здесь и сейчас, итоги государственной итоговой аттестации. Станислав Семенович. Да. Ну, дорогие друзья, дело в том, что, наверное, по реакции зала тоже можно определить, что... Наверное, каждое выступление каждого выпускника оценено достойно. Как я уже сказал, что это искренняя оценка, оценка сердца. Все вы, я могу перечислить, чтобы не огульно, Наталья Горшкова, Thank you.
тихо, не торопите меня. Да, дальше. София Казиева. Но это еще не все. Екатерина Могилевская. Я ведь от радости даже ошибку допустил. Но все равно приятно. Могилев. Кина. И Диана Шарабарина. Единогласно постановила поставить вам высший балл. Отлично! Спасибо.
Петьку, это мы будем петь. Скоро будем петь. Все, брошу. Все, брошу. Все, брошу.